В Люберцах продолжается 12-я всероссийская перепись населения. В городском округе работает 109 переписных участков. На базе многофункциональных центров около 9. Мы побывали на одном из них. Количество проживающих – двое. Адрес проживания, образование, источник доходов – всего 33 вопроса. На этот раз перепись населения проводится в цифровом формате. Все бланки электронные. Заполняет их волонтер. Я знаю важность и необходимость этого проекта, поэтому мне очень хотелось стать волонтером и поучаствовать в таком большом и масштабном проекте. На переписных участках волонтеры работают по будням с 16:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 18:00. С 15 октября в Центральном МФЦ Люберец переписались более 500 жителей. Чтобы на уровне правительства Российской Федерации, да и на уровне области или муниципалитета, тоже интересно знать именно статистику, именно какое количество людей проживает, в каких условиях, возрастная группа, профессии, значит, потом из этого можно складывать некую программу действий. Переписаться можно, не приходя на стационарные участки. Для этого необходимо зайти на сайт госуслуг и заполнить бланк. После этого респондент получает код подтверждения. Его нужно предоставить переписчику, когда он придет к жителю на дом. Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.